После ухода партизан из Почтянского леса фашистское командование поспешило объявить отряд Ковпака уничтоженным. Но произошло невероятное. Трудный зимний путь, бесконечные схватки с врагом укрепили партизан. К ним присоединились многие мелкие группы. Каждое село на Сумщине и Ребрянщине давало новых бойцов-добровольцев. Постепенно отряд превратился в соединение. Зимой партизаны возвратились в свои родные места. Сто саней у нас есть. А вот в этом селе, в Веселом, хорошо бы еще штук 20 або 30 найти. Сидор Артемич, в селе каратели и полицаи Рождество справляют. Рождество, говоришь? Так выбить! Есть! 4 дегтяря со мной! Ленкин, Сурят, подмогните! Командир! Карпо прислал! Что, холодно? Кальт, спрашиваю! Я. Кальт. Es ist sehr kalt. Ich gehöre zum Wirtschaftstrupp. Wir bereiteten Unterkünfte für 2 Regimente vor. Sie werden am frühen Morgen erwartet. 2 Regimente mit Artillerie. Что он там лопочет? Он говорит... Против нас бросили 2 полка с артиллерией. И к утру подтянутся. Гриша, спроси его, они все так одеты? Sind alle so leicht angezogen? Ja. Wir kommen direkt aus Frankreich. Sollten an die Ostfront. Man sagte nach Moskau. Wurden aber plötzlich auf Alarm aus dem Zug geholt. Он говорит, их перебросили из Франции. Ja, kalt. Шлехта русского вента. А ты думал, мы тебе затопим тут баню? Что ты у меня, Семен Васильевич, ноги гудут? По моему барометру, так завтра градусов 40 улупить. Ну хорошо, айда, хлопцы, в село. Радька, гляди, еще подорожал наш дед. А ты сорви ему, покажем. Опа. Да. А, уже 50 тысяч марок. Эй, кто тут? Живо слазь. Живее. А ну-ка слезай, живо. Быстрее. А ты говорил, никого нет. Давай. Что же ты, бабуся, заховалась? Испугалась, небось? Да нет, здесь уже фашистов. Нету, бабуся. Вот, Колька, покормить бы бабку. Стой. Ты постой, краса. Братцы, гляди, какую бабусю себе Радька отхватил, а? Послушай, а чего так нарядилась? От фашистов. А одна-то почему? Родители твои где? Батька в Красной армии. А мама? Так ты все-таки, Семен Васильевич, предлагаешь на Хинельские леса идти? По-моему, следует. Смотри, немцы здесь и здесь. Похоже, в кольцо берут. Ну, бог не выдаст, свинья не съест. А если мы перед самым носом у них на Жуковку проскочим, оторвемся от них. Пока разберутся, мы к Хинельским лесам подойдем. Все мы проскочим, да проскочим. Надо, чтобы население здешних мест знало, что на Сумщине орудует грозная сила, партизанский отряд. Люди измотались, издергались. Надоело огрызаться.
По-настоящему делу соскучились. Это с политической точки зрения, я сказал бы, очень важно, Семен Васильевич. Это верно, Сидор. Но надо думать, как сохранить соединение. Надо думать. Места открытые. Ну? Не потерять бы в неравном бою. А что, если мы изменим свою тактику? Отовин нас хочет от леса подрезать. А мы ему тут на равнине и предложим бой. А? Да и морозец рождественский. Надо выманить фашиста на это поле. Для чего открыть редкую отвлекающую стрельбу. А все патроны передать станкачам. В лощине накроем его кинжальным огнем, чтоб никакая паскуда голову поднять не смогла. Так а дежурка у него слабовато. Жалко. А тут ему жаба и цицки даст. Даст, определенно да. Генералы мои дорогие, каждый должен знать, что отступать нема куды. Что по 20 фашистов на человека. Чтоб их черты бились за свою землю. Ой, Боже ты мой, Господи, дітвора ви моя дрібнота, заходіть в хату ближе, проходьте, діточки мої, колядуйте, колядуйте. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле світ новий народився, бо прийдуть до тебе три праздники в гості. Радуйся, ой, радуйся, земле світ новий народився. А що перший праздник? Чего? Найди с помпохозом чего-нибудь для детей. А что я найду? Ну, сахар или чего-нибудь. Да нету сахара, все раздали. А ты пошуруй. 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 О, здравствуй, внучек. Наталка, смотри, я немцам какой сюрприз сделал. Снегиря. Вот смотри, сюда проволочку натягиваешь, сюда тоже. Ногой задел и к Богу в рай за документами, а? Рейху не хватало сил, чтобы сдержать наступление Красной Армии под Москвой. И все же гитлеровское командование вынуждено было срочно снимать с эшелонов воинские части и бросать их против партизан с одним приказом – немедленно уничтожить и продолжать движение к Москве. Так генерал Абт, рассчитывая на быструю победу над плохо организованным и слабо вооруженным противником, без подготовки бросил в бой первые батальоны. Перед нами село с теплыми избами. Вперед! Директор Шус! Фаер! Фаер! Бандитское отродье, жарко нам будет, чтоб я умер.
явились еси. И до хрена ж их. Ближе подойду, на кинжальный. Подождем. Ленкин, ты мне эту ложбинку перекрой, выход из леса, понял? Есть! Кажется, все вышли. Хорошо бы еще вот этих подпустить и вместе накрыть. Станкачи достанут. Ну, если достанут, тогда, Гриша, давай! Погрей пехоту! Есть, товарищ комиссар! Этим курам фашистам шокхумское лето стелаю! А ну огонь! Есть огонь! Ну, а теперь пускай полежат и покурят. Ага. Ему ходить в поле не давай! Веером, веером, от груши до копны! Есть, товарищ комиссар! Не уйдут! Господин генерал, пехота больше часа лежит в снегу. Активность солдат падает. Засыпьте их снарядами. Подавите. Выведите в тыл банде резерв. Подниматься, хлопцы, не давай! Так их решать! Прижмем гроб! Почему замолчал тот пулемет? Семен, не балуйся! Семен! Что ты поперед пулей прешься? Хлопцы!
Надик, ты почему здесь? Я с тобой, Паша! Убейте я! Убейте я! Отец! Отец! Убили! Ты слышишь? Убили! Комиссара убили! Кто? Не верю! Комиссара убили! Комиссара убили! Комиссара убили! А какой же это дурак ерунду кричит? За комиссара! Комиссара. Огонь! Mist hier am Schnee liegen. Russen, Ivan! Schieß doch, Russen, Ivan! Schieß doch, Russen, Ivan! Schieß doch, Russen, Ivan! Schieß doch, Russen, Ivan! Schieß doch! Кто вас звал сюда, мать вашу, наперекос? Наша победа, Семен Васильевич. Ох, і шуганули ж ми їх. Ти тільки продержись трошечки, чуєш? От імені всього соединення прошу тебе. Не балуйся. Собрание сделаем с мене с окрестных сел людей пригласим, расскажем, как били фашиста. Митинг проведем. Тогда не волнуйся. Проведем. Доведомо каждого бойца доведем. Ты только не волнуйся. Вот празднуем победу. Что там, Галко? Тяжелейшее ранение, Сидор Артемович. Входное пулевое отверстие в мышцах шеи. Задет язык, пробита гортань. На выходе, к счастью, пуля миновала шейные позвонки. Большая потеря крови. Нужна операция. Так чего ж ты медлишь? Не смогу я, Сидор Артемович. Операция тяжелая, а я не хирург. А руки и ноги ножовкой пилять? Думаешь, легче? Однако ж ты пиляешь. Не смогу. Комиссару не смогу. Руки не слушаются. Ой, Галко. Галко. А я думал, ты доктор. Без сердца, без нервов. А ты выходит, как все, баба. Галко.
Комиссар должен жить. Поняла? И сделать все для этого. А душою мы его поддержим. Вот так. Карпо, знаю, що сильно устал. Набери хлопців і мотай в Голубниче. Привези жену комісара. Юрка маленького. Хто, як не жена, з ребенком, душевно його успокоїть. Мотай. І взагалі, Гриша, треба забрати Домнікію з сином до нас. Угу. Потому що чорні круки над ними вже в'ються. Вже рознюхали будь-які про. Рознюхали. Зажим. Не волнуйся. Он. Кохер. Спокойнее. Ну вот. Вот видишь, Домцев, я же говорил, что все будет хорошо. Я же говорил. Мы еще в путевле. Погуляем, чтоб я умер. Нелегким был путь соединения. Каждый километр давался с боем. Но уже были у них силы драться с врагом. Ни один десяток эшелонов пустили они под откос. Ни одну тысячу вражеских солдат уничтожили. К весне 1942 года значительная часть Сумской области была под контролем партизан. Дома мы, Семен Васильевич, сбылась наша мечта. Говорив же я хлопцам, что свала Ярославны на сейм еще посмотрим. Ярославна рано плачет, Путевлеградина забороли. О, ветре ветрила, о чем, господине, веешь и? Плачет Семен Васильевич, потому что тоже была солдатская жена. Плачет. Мама! Иваночка! Мама! Родненький, сыночек, любенький мой. Ой. А что с хатой, мама? Немцы сожгли. А как же ты? А вот там в сарае. Ой, мама. Мама, ну я должен идти, мама. 26 мая соединение КВПК вступило на улицы родного города. Спасибо! Если вода еще есть, то совсем хорошо.
Есть не поломали. Подержи. Товарищ командир! Товарищ командир! Герой Советского Союза! Вам радиограмма. А ну дыхни. Нет, вроде не пил. Не, не пил. Так что ж ты мелешь? Вот, указ. А ну-ну. Вам, Сабурову, Федорову. Все, без ошибки. Еще ордена нашим 30 товарищам. Так и есть. Боевого красного знамени Ленкину, Карпенко, Орудневу, Шарудневу. Знак почета. Так какая же это бисова душонка затесалась высокие писаря? Что товарищу моему, боевому комиссару, мирную награду? Как же это так? За кров? За геройство боевое? Самый мирный трудовой орден? А ну пиши. Москва, Кремль, товарищу Сталину. У меня комиссар, есть боевой командир, и он не хуже меня воюет. Чтобы награждать его орденом знак почета. Пускай благородным орденом, но мирным колпак. И сейчас же передай радистам. Исполняй приказ. Есть. Чего стоишь? Погоди, Сидор, не кипятись. Подожди. Такую телеграмму нельзя отправлять. Твоя высокая награда. Орден всем нам. Бить фашистов. Вот чему мы с тобой призваны. А не о почестях думать. Обиды ни на кого не держу. Ты посмотри. На один, на два дня. Но советскую власть для тысяч людей, для целого города. Вот радость, вот счастье. А с наградой, да, я тебя поздравлю. Спасибо, комиссар, но я этого так не оставлю. До самого товарища Сталина добьюсь, але не оставлю. Командиру соединения, герою Советского Союза Ковпаку! Ура! Лениным захотели совладать. Стоя вот тут, и стоять будет Ленин. А тут мы кольцу. Мы писали циркуляры у Тильского горисполкома. Садись, пиши. Первое. Объявляю буквойщи. Объявляю советскую власть в городе Путивле восстановленной. Геляк не сапер. Ладно. А что он такое сапер в нашем сельском хозяйстве? Ладно. Здрасте. Здрасте. Вот. Неизвестно, за кем в лес подалась. Кого в дом привела. Ты муж. Муж и все. Ладно, муж. Только муж. Объелся груш. Здрасте, тетя Нина, здрасте! Здрасте, Наталочка! Тетя Наталка! Да, моя миленькая. А что стоите? Оксана где? Да вы что молчите? Пропала мамка. Поехала татка искать и пропала. Ой, ты слышишь? Да слышу. Господи, господи, сироты вы мои горемычные. Да что ж с вами будет? Да что там стал, как солдат на калавуре? А чего? Да печку растопляй, видишь? Дети немытые, голодные, холодные. А, сейчас я мигом. Ну, детишки,
Давайте ближе. Гостинцы здесь у меня есть. Вот. Так, гостинцы есть. Вот. Вот тебе, тушеночка. Так. Вот тебе вот. Так. Ой, не то. А тебе вот, тушеночка. А тебе вот от зайца сладкого принес. А мы вас обогреем, а мы вас обласкаем, а мы вас накормим. Ну, а там и мамка придет. А ну, снимай рубаху. А ну, новую чистую дадим. Ах ты моя. Ах ты моя черноглазенькая. Наша порода. Наша. Сырые. Сырые. Видали, сырые. Как эшелон поджечь, так не сырые. А к печку сырые. Разжигай. О, верно. У меня же взрывчатка есть. Сейчас толу настрогаем, вмиг запылает. Опа. Это дядя все может. Механизатор широкого профиля. Вот фашистов побьем, он и хату починит, и забор поставит, и корову приведет. Все может. Ну, посмотрим, чем они тут народ дурили, товарищ комиссар. Голос путевлянина. Орган управления старшины путивльского гибит. Голос — это неплохо. А если, скажем так, голос красного партизана? Красный — хорошо, это точно. А ну, попробуй, набери. Чего, я? Да, ты, набирай. Есть, товарищ комиссар. Так, это К. Где же это Р? Товарищ комиссар, но я же сейчас не печатник. Я командир боевого взвода, однако, а тут эти буковки, свинец. Вот-вот. А с сегодняшнего дня будешь командиром свинцового взвода. Как так? Да-да, товарищ Гурин. Сейчас, в данный момент, это поважнее пули. Я понимаю, товарищ комиссар. Но как же вот с этим хозяйством-то, а? Тяжелое оно. А он на что? А? Вот и будет боец свинцового взвода, товарищ Медведь. Есть, товарищ комиссар, будет сделано. А стихи? Что стихи? Стихи можно нам печатать? Стихи? Это хорошо. Стихи нужны. Так, только давай злые стихи. Есть злые стихи. Действуйте. Есть, товарищ комиссар. Хозяйка! Двери быстрее закрывай, не видишь, я эти голые. Заходи, заходи, быстро. Хозяйка, принимай на ночлег бойцов свинцового взвода. Мать честная! Глаза мои, глаза, глаза! Хорошие будем, девочки мои. Так, хорошие. Посмотри, наш подрывник не теряется. Семьей обзавелся. Молодец. Ты что ж думал, мы только для войны рожденные. Кому она нужна? Пашенька, простыночку давай. Сейчас. Скорее застынет. Ну, на. Давай. Печка. Ты что сидишь? За мешок уцепился. Штрифт. Буковки. Штрифт, буковки. На у тебе буковку. Нашу. Ой, ходить сон біля вікон, а дремота коло плота, питається сон дремоти, де ти будеш ночувати? Ой, ходить сон біля вікон, а дремота біля плота, питається сон дремоти, де ти будеш ночувати.
держи. Пою, Иванов. Макуха. И тебе пулемет, Макуха. Ну как? Сколько? Как фамилия? 28 человек. Молодцы. Запиши, Симоненко. Симоненко? Молодцы, сводка Совинформбюро. Давай. Сообщение Совинформбюро. Только хлопцы мы не кони, гитлеряку за супоним и мартякой... А бревно! Ну что ты читаешь? Как ты читаешь? Голова, два уха! Учись как надо! Так, внимание, внимание! Давай, Коля, поглаживай партизан! Учись как надо читать! Выступает! Выступает заслуженный артист Николай Мудрый! Этот припечатает. Гитлер шел на Украину. Ein Moment. А зачем, спрашивается, зачем шел? Чтобы забраться к нам на спину и горланить тру и но? Что вы, хлопцы, мы ж не кони. Мы бродягу засупоним и мордякаю в говно. Вот хулиган, мудрый. Да брось, бисова дитина. Он же политически загострил. Это нужное и полезное дело, Семен Васильевич. А вон, видишь, наша колокольня. Мы там голубей гоняли. Иди, иди. Не бойся. Ой, красота какая. Вот там была наша школа. Вот эти развалины. Теперь развалины. А вон там здание Савиахима. Там мой отец работал. Семен Васильевич. А вон там, вон на том холме, Ярославна плакала. Плакала? Почему плакала? Ну, мужа проводила на войну, а он не вернулся. Вот и плакала. Радик? Да. А ты до войны дружил с какой-нибудь девушкой? Тебя ждет кто-нибудь? Нет. А ты хотел бы со мной дружить? Как будто бы войны никакой нет. Хотел бы. Можно я тебя поцелую? Мирная жизнь города продолжалась недолго. Взбешенное смелыми действиями соединения КВПК, командование гитлеровской группы войск «Юг» направило в Сумскую область армейский корпус генерала Бегумана. Теснимые полчищами карателей, кавпаковцы снова уходили на Брянщину, в знаменитую партизанскую столицу Старую Гуту, имевшую прямую связь с Большой землей. Как и в зимнем походе, каждое украинское или русское село кормило и обогревало бойцов, давало лошадей и повозки, укрывало раненых и больных. Самолет! Летит! Летит! Ура!
Спасибо. Счастливого возвращения. Взаимно. Командир взвода охраны Дрозд. Подполковник Вершигара. Здравствуйте. Здравствуйте. С прибытием, прошу вас. Спасибо. Кем был до войны? Кинорежиссером был. Ну, вот такой. Нам только балярин не хватало в отряде. Учил людей жить. Любимый город, может спать спокойно. И видеть сны, и зеленеть. Ну ничего, теперь будем сами в жизни учиться. Золотые руки у человека. Все в порядке? Как же, все в порядке. Карпо, только не балуйся. Да я тихонько, батя. Вот одну за одной тяну, а зуб болит. Бывает. Вот беда. Познакомьтесь, начальник штаба наш. Вершигара. Гриша, сколько у нас рот? 12. Слышал? 12 рот, а было 12 человек. 13-й рот, и согласен командовать? Согласен. Очень хорошо. Так 13-й рот и еще нет. Вот тоже воно. Соберет людей, вооружить, и хай командует на здоровечко. Согласны? Согласен, товарищ Ковпак. Очень хорошо. Летит галка через... Товарищ командир, вам пакет. Элита. Вызывает Семен Васильевич меня в Москву. Так что останется на хозяйстве сам. Не волнуйся. С добрыми вестями ждем. Кто его знает, а может шею намылить, а? Вроде не за что. В августе 1942 года, в тяжелые для страны дни, центральный штаб партизанского движения вызвал в Москву партизанских вожаков, чтобы скоординировать действия народных мстителей с действиями Красной армии. В Москву прибыли прославленные командиры русских, украинских, белорусских партизан: Козлов, Сабуров, Емлютин, Ковпак, Дука, Покровский, Сенченко, Ромашин. Ой, Сабуров. Да? Чем мне все это снится? Ей-богу ж, Москва, чтоб я умер. Да, Москва. Ты знаешь, и я как во сне. О, бачиш. Ты посмотри. Понял? Нам бы такое у землянки нашей. Расскажем хлопцам. Так не поверят же. И что ж оно такое за сила, скажи мне, Сабуров, Москва? В мирное время мы этого хорошо не понимаем. Само собой, она нас поддерживает, светит нам. Но как-то мы привыкаем, вроде как к своему близкому человеку, да? Но вот когда беда, когда тяжело, она душа наша. Посмотри, стоит она, и мы живем, и дышим. И верим, и лупим врага, и побьем его, и коляку ему в горло засадим, щоб я вмер. Кто там? У нас просто можно без стука по фронтовому. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйте. Ваша одежда, товарищи. Ага. Приказано с 9 утра никуда не отлучаться. Так. Быть у телефона. Понятно. До свидания. До свиданечка. Очень интеллигентно. Москва. Не, ничего. Форма справна. Слушай, Сашко, значит, после 9 выходить нам не разрешено. Да. А потом совещание. Ага. А потом впихнуть у самолет и мотай назад.
до лісу. А когда же нам Москву смотреть? Пропусков-то нет. Да и поздно уже, комендантский час. Кто же тебя пустит по Москве погулять? Вот такой. Во вражеском тылу так можно ходить, где хочешь, без пропусков. А у себя дома так нельзя. Чи, может, наши котелки перестали уже в Москве варить? А ну, давай собирать хлопцев. Девушка, дайте мне, пожалуйста, 18-й. Алло? Ну-ка. Козлов. А, Козлов, Козлов, собирай всю нашу братву и спускайтесь потихоньку вниз, у вестибюль. Есть дело коллективное. Есть? Ботай. Становись. Равняйся. Правый плечо вперед, шагом. Хрш. Вас пригласили товарищи по решению Центрального комитета для очень важного разговора. Вы знаете, как серьезно складываются дела на юге. Надежды на открытие второго фронта в ближайшее время нет. Сегодня вы и есть наш второй фронт. Мне докладывали, что вы уже научились бить врага. Война нас многому учит. Вы, товарищ Копак, скажите, каково настроение на Украине? Правда ли, что там идет формирование казачьих полков? Геббельс шумит, что украинцы не поддерживают партизан. Брешет. Извините, врет Геббельс. Ну, разве что собрал жалкую горстку из националистического сміття. Потребля всякого. Народ поддерживает нас, товарищ Сталин, коммунистов. Год тому нас было всего 12 человек, а теперь соединение. Каждый день идут до нас люди. Вот в чем наша сила. И еще не всех берем. И везде, где мы рейдируем, остаются подпольные группы, партизанские отряды. Вот вы рейдируете, много видите. Это ваше обоснованное мнение? Если бы народ нас не поддерживал, мы бы не смогли рейдировать, товарищ Сталин. Мы везде у себя в доме. А наши командиры партизанских отрядов, соединений, это кровь от крови, плоть от плоти народа. И самой гуще людской. Ну, а как вы снабжаетесь? Не обижайте население. Источник единственный, товарищ Сталин. Народная поддержка. Люди делятся последним. Как в семье батько детей кормить, так и народ нас. Но чтоб самовольно у населения брать, этого у нас ани не нема. За это у нас действует приказ номер 200. Расстрел на месте. Нам с боеприпасами туго, товарищ Сталин. А эта проблема, товарищ Козлов, уже решена. Военная промышленность заработала на полную мощность. Мы вам дадим то, что вам нужно. Мы считаем, товарищи, что без поддержки партизан Красной Армии придется воевать еще года 4, не меньше. Ваша поддержка, конечно, приблизит победу. Теперь каждый из вас получит новое важное задание. А что если нам с вами немножко помечтать о большом рейде? На запад, на 1000 и более километров, на правый берег Днепра. Там
там партизанское движение не нашло такого размаха. Надо помочь народу оружием. Поднять его на борьбу. Рассказать правду о положении на фронтах. В этом есть и военный, и политический смысл. Да и коммуникации врага там особенно уязвимы. Это нужно для одной очень крупной операции, которая может оказать большое влияние на исход войны. Я предлагаю, подумайте об этом. Наше соединение возьмут сначала курс к Гомелю. Фашисты обязательно стянут войска к этому крупному железнодорожному узлу. Мы поворачиваем и переправляемся через Днепр у Лоева. Далее атакуем противника в районе Лельчиц и Хойников. Что вы ответите, товарищ Кувпак? Сидите, сидите, сидите. Опыт подсказывает, что пару гарнизонов разбить полезно. Это для того, чтобы заставить врага больше думать про оборону, а не про нападение. Чтобы мелкие разрозненные гарнизоны собрались в одну кучу, в одно место, тогда у нас появляется оперативный простор. Кроме того, нашим хлопцам-партизанам нельзя давать застаиваться без боя. Теряют качество. Ненависть к оккупантам огромная. Ей нельзя давать затухать. Я согласен. Маршрут и метод действия вы обдумали. Это хорошо. Дайте ваши заявки. Мало просите. Почему сапоги не просите? Артиллерию не просите? Товарищ Сталин, ведь Красной Армии так много нужно. И понимаем, как ей нелегко. Против нее фашисты бросили все силы. Нам полегче, против нас в основном тыловики. И техника у них не та. Серьезно подумайте и перепишите заявку, товарищ Кувпак. Слушаюсь. Есть замечания. Есть вопросы, просьбы. Хотелось бы особо подчеркнуть роль нашего комиссара. Беззаветно преданного большевика Семена Руднева. Подчеркните, Климент Ефремович. Наградить комиссара объединенных отрядов сумских партизан Руднева Семена Васильевича за заслуги в организации партизанского отряда и проявленную в боях личную храбрость орденом боевого красного знамени. За умелое военное руководство и выдающиеся заслуги в организации политико-воспитательной работы наградить Руднева Семена Васильевича орденом Ленина. Ура! Ура! Качать комиссар! Принимай. Хе-хей! Долго ждали. Ух! Как называть? Ну ты же артиллерист. 76-миллиметровая. Я вижу, что это не мандарины. Тебя как зовут? Егоров Иван Тимофеевич. Иван Тимофеевич, я не хочу тебя забить. Ты для нас большое дело сделал. Не могу забить. Запомни, город схинули с Урабталадзе, там все меня знают. После победы прилетай как следует, будем встречаться. Сколько до победы лететь еще? Ну, сколько до летишь, прилетай в Грузию, там все меня знают. Эй, ребята, идите сюда, что нам принесли? Взял бы я тебя с собой, да Юрке ты нужна. В который раз, муж, с тобой прощаемся.
Солдатская ты моя жена. Иди сюда. Милые вы мои. Единственные вы мои. Папа, я хочу с тобой. Не плачь, будь мужчиной. Велас! Чуешь, Велас? О, смотри мне, чтоб не стукнуло, чтоб не грюкнуло, чтоб прошелестели по Украине. Понятно, товарищ командир, герой Советского Союза. Повозка как ероплан. Не стучит, не бренчит, как пташка летит. Ну смотри, чтоб пташкой, а не крикливою сорокой. Вы знаете о победе Красной Армии под Москвой. Фашисты отброшены от стен Москвы на 100-200 километров. Они потеряли 1300 танков, 2500 орудий, 15 тысяч автомашин и другой техники. Красная Армия освободила более 11 тысяч населенных пунктов, но хребет фашисту еще не переломило. Больно сознавать, что Украина, Белоруссия, Прибалтика, Молдавия находятся под игом. Больно это и тяжело, но час возмездия близок. Спасибо вам за хлеб-соль и домашний очаг, который согрел наши сердца. Это поможет нам в трудных и дальних походах. 26 октября 1942 года соединение Ковпака и Сабурова начали свой беспримерный рейд из Старой Гуты на правобережье Днепра. В тяжелых боях, прорвав сеть укреплений, которыми фашисты окружили брянские леса, чтобы не выпустить партизан, громя тыловые гарнизоны противника, 7 ноября соединение вышло к Днепру. А тут Семен Васильевич, очевидно, и расположимся. Место хорошее, начнем переправу. Передайте Петру Петровичу, нехай высылает разведку. Я о, Петр Петрович, высылай разведку во все стороны. Во все. Есть. Паровой! Я! Занимайте круговую оборону и выставляйте дозорных. Есть занимать круговую оборону. Подними-ка меня поглядеть. Вот эта река, Славутич наш. Что наш терек против этой реки? Терек тоже река.
Доброго здоровья, товарищи. Добрый. Здравствуйте. Товарищ командир, герой Советского Союза, плавсредства доставлены с помощью местного населения. Начинаем переправу. В первую очередь пулеметчики-автоматчики. Беспало. С ребятами, за мной. Я не знаю, Петро Петрович, режиссер ты чи полковник, но главное мне, чтоб ты дорогу закрыл. Понимаешь? Бери 13-ю роту, бери Санина, бродебойщиков и зубами держите мне, пока я пушки не перевезу. Есть! Исполняй. Целый. На, протри. Что у тебя за профессия такая? Был бы как люди, ездовый. Танки. Всем приготовиться. Чтоб ни один не прорвался к переправе, ясно? Ясно. Санин, Охрименко, берите хлопцев, пускай они вон те копны подпалят. И сделайте небольшую свару. Нехай фашист туда очи повернет. А бронепоезд с другой стороны ударит. Есть. Поняли? Не отступать. Куда отступать? Днепр за нами. А, ну, действуйте. Вперед, куда вас? Ну, гад! Ползи, ползи! Ну, держись, гад! Ага!
выдаю тебе за дядю Павла! Грабись здесь, потом прямой наводкой паром держите! Давай, давай! Вот сюда! Вот здесь! Направо, направо! Стой! Дошли все-таки до правого берега, Семен Васильевич. Русский десант в центре Лоева. Сообщите командованию. Высылайте подкрепление. Спокойно. Спокойно. Алло. Алло. Алле? Эй. Их бин по-русски как там, Ферштейн? А? А. Сейчас с вами Ковпак будет разговаривать. О, хорошо отмечаем 25-ю годовщину, Семен Васильевич. Сидор Артемьевич! С фашистским генеральством поговорить не желаете? Прямая связь до Берлина. Некогда. Ты сам там своими словами что-нибудь расскажи. Ага, хороший. Дай нам прикурить. Сиди, прошу. Сиди, борода. Ну что ж, 13-я рота. Все-таки переправились. Переправились. 100 колек ему в печинку. А говорили, и вода холодная, да. И потопимось. А нет. С сегодняшнего вечера ты мой помощник по разведке. Есть. Приказ из Москвы давно уже есть, но я его придержал немножко. Хотел присмотреться к тебе здесь, на природе. Как росточки пускаешь. Извини. Первое тебе задание. Какое? Вышли разведотряды далеко вперед по всем путям железнодорожным, по всем мостам, вплоть аж до Сарн. Появление на правобережной Украине соединений Ковпака и Сабурова вызвало среди оккупантов переполох. Каратели метались по лесам, пытаясь уничтожить партизан. Но там, где проходили народные мстители, возникали новые отряды. Это путало карты гитлеровского командования. Совершая стремительные броски, ковпаковцы громили вражеские гарнизоны. В Лесном, Юровичах, Буйновичах, Лельчицах,
Соединение подходило к Сарнам. Как бы там ни было, хлопцы, а мы потихонечку-потихонечку, Семен Васильевич, подходим к Сарнам. Потихонечку-потихонечку, но еще не в Сарнах. А что по этому поводу думает разведка, докладывай, Борода? Что думает разведка? В Сарны прибыли 5 батальонов полиции, СС. Строятся доты, пулеметные гнезда. Угу. Улицы спешно перекрываются заграждениями. Угу. Подходы к Сарнам тоже перекрыты. В Хойниках словацкий заградительный полк. Вот это уже интересно. В Лабне батальон СС. Батальон СС? Могу взять на себя. 2 ротами справлюсь. Я думаю, что лучше пройти через зону словацкого полка. Угу. Словаки не хотят воевать с партизанами, а потом, по имеющимся данным, их командир полка настроен против фашистов. Ну что же, если этот пан полковник пропустит нас без боя, так это же хорошо. А что для этого нужно? Да, совсем немного. Хорошая женская одежда и ноты. Какие ноги? Ноты, ноты. Простые, обыкновенные ноты, на которых музыка записана. Господин полковник, мне очень приятно выполнить это поручение. Майор Кучер просил вам передать вот эти этюды Шумана. Это Шуман. Извините. Садитесь, пожалуйста. Но Фролин, очевидно, не знает, что мой друг майор Котшер погиб 2 недели назад. Так кто же вы? Я партизанка. Колпак. Девушка, я швабов не люблю. Русь-матку люблю. Я славянин, так? Русь-матку не буду воевать никогда, но против швабов я не могу воевать. Имею жену, дети. Будут расстрелять. Таков приказ ихнего фюрера. Нет, девушка, я не могу. В какое место идет ваш отряд? Девушка, мне уже сообщили. Вы идете в Сарны. Девушка, так? В Сарне много войска, очень много СС. Скажите, девушка Кольпак, не надо ходить в Сарны. Хорошо. Вы имеете свой приказ. Подойдите. Это и есть Хойники, мой полк. Видите, атака здесь. Мой солдат стреляет в воздух. Партизан тоже стреляет в воздух. Все-все стрелял в небо. Пух-пух. И все жив. Так, девушка? Эх, девушка, зачем война? Такая красивая. Зачем вы воевать, девушка? Так, извините, я провожу вас, девушка.
Пиши. Прошел 32-й эшелон на Сарны. Бензин. Пошли. А там, Петр Петрович, танки и проволока колючая. Вижу. Словом, Сарны нам не взять. Разгромить узел должны. Приказ. А может быть, если ударим в одном месте, сжав кулак, прорвемся к станции. Но потеряем около 50%. Слово ж дурне придумав. Проценты. Не воєнного времени слово. Що ж я людей на проценты планировать буду? Когда смерть с нами рядом каждую секунду ходить. На себя еще можу спланировать. Хрен за мною. Я уже 6-й десяток разменял. Но ему, которому еще 20 лет не стукнуло, который с девушкой еще под вербою не стоял, его схода не встречал. И она его в ясные очи не целовала. Как я ему буду планировать проценты? Генералы. Генералы мои, вы ж детей не на проценты делаете? Времени нет на проценты. Так как же их на смерть посылать? Так кто ж так думает? Так думайте ж. Думайте над этими сарнами проклятыми. Над этим пауком, христовиком, думайте. Им бы мне не тиночки, та и не перелази, а в сарнах місточки ще. Спишь, Сидор? Не сплю. Выспаться все же надо. А что до Мники и Юрка слышно? Молчат. Не тревожься. Напишут. Завидую я тебе, Семен Васильевич. Чему? Годам? Не такой уж молодой. Два сыночка у тебя, как два тополя. На мене доля в этом смысле обскакала. До революции у Котельві хотів було жениться. До лавочника в приказчики найнялся. Влюбился в его младшую дочь. Так він, сукин син, не отдав. Старшу отдавав, тут я не захотів. Ну, а потом империалистическая. Два Георгія на грудь. И 100 болячек в печинку. Потом революция, гражданская война, восстановительный период, разруха, борьба с ней. Куда партия посылала, туда и ходил. Вот тебе и все. Вся свадьба и танцы. Да и на Катерине своей я женился, когда она была женщина уже на первой молодости. Ну, может, так и надо.
Ты не очень жалуйся, Сидор. Вон у тебя сколько детей. И то правда. Сыны и дочки мои. Кого знаешь меньше, кого больше. А любишь у всех всем сердцем одинаково, и о каждом душа болит. Колька, Колька, заходи с ванной. Гранатами! Гранатами. Полег и во сне воюет. Вот беда. В селе все спокойно, товарищ командир. То и доброе. Вот этот паук, Христовик. А ну подожди. Борода? А? Хлопцы, а что, если лапы ему обрубать? Одна нога тут, другая там. Всех разведчиков же ходили по царне. Есть. Фашист собрал основные силы на станции. Хрен с ним, хай сидит тут. А мы четыре моста вокруг узла Сарн уничтожим. Парализуем узел. Месяц проваландаются? Не меньше. Даже больше месяца. Под Сталинградом счет на дни идет. Прекрасно. Значит, одобряете. Принимаешь, одобряем. Только в один день и в один час. Да. Идешь на самый дальний мост, на случай северную. Смотри, чтоб с хлопцем не доскакал. Доскачем. Карпо. Я. Тебе самый трудный мост, самый большой, через Горынь. Этот мост охраняется как сарны. Знаю. Дотовая система. Артиллерию дадим. Правильно. Я пойду с батальоном Карпенко. Лишне говорить, хлопцы, что эти ночи без добрых вестей спать не буду. Дорогой Семен Васильевич, ни пуху, ни пера. К черту. С Богом. Будут добрые вести. Только ж не балуйся, Карпо. Я тихонько. Зураб, счастливо. Спасибо, батя. Сидор Артемич, до свидания. Тебе 200 верст скакать, Ленкин. Доскочи мне, прошу тебя. Доскачу. Бывай здоров. Ну, батя. Счастливо. Ахрим. Я. Сверим часы. Давай. Без четверти пять. Точно. Бежи мне, як до дівки. Когда это было? Это мамина фотография. Забереги ее. Ну что, ждать будет до свадьбы? Да, ничего ты не понимаешь. Конечно, где уж нам. Тонечка. Не надо. Иди. Возвращайся. Что, если пушечку вон в тот лазняк выкатить? И оттуда врезать прямо по доту.
Сколько мне весу? 920 килограмм в моем порядке. Тяжеленькая, черт. А? Выкатим. Пошли, Карпо. Молодец, мудрый. Семен Васильевич, я хотел давно с вами поговорить на политическую тему, да все как-то не выходит. Ты это о чем, мудрый? Как бы мне в партию пролезть? Как пролезть? Ты понимаешь, о чем говоришь? Партию не пролезают, вступают. Так кто ж люди? Вот я себя за кадрового военного выдаю, а у меня 5 лет отсидки было. Вышло так, что тюрьму разбомбил, а я прихватил шинелку да винтовочку и прибился к карпенковцам. За что сидел? Да драка у нас до Финовки вышла. Вообще сидеть должен был мой старший брат Степка. Но у него 3 детей, а я человек холостой, гулящий. Взял дело на себя и попал к уголовничкам. Вот такое мое истинное лицо. Сейчас я на защите Родины, по-другому не могу. Партию хочу как человек. Если примете, конечно. Ну, напишешь заявление, будем разбираться. Одного убежден в твоем заявлении не будет. Карьеризма. Есть у меня карьера, Семен Васильевич. До Берлина дойти. Придется через этот мосток. Через 2 минуты смена караула Лазура. Смотри, не промахнись. Не шиви, как прокисшее вино. Все в порядке? Огонь! Давай, я им покажу. Карпо, сейчас твоя очередь. Давай, со мной! Давай, давай! Принимай, Паша! Принимай, принимай! Братка! Не дошел. Передай комиссар... Коля, не умирай. Не надо, Коля. А ну-ка все отсюда быстро! Шнур короткий! Пошли! Давай вторые санки подтягивай! Декабря все мосты вокруг станции Сарны взлетели на воздух. Крупнейший железнодорожный узел выбыл из строя почти на месяц. Одновременно мощные удары по коммуникациям противника нанесли соединения и отряды Сабурова, Федорова, Наумова, Мельника. В эти дни шла великая Сталинградская битва.
Партизаны КПК уходили от Сарн. Они шли, вдохновленные известием о замечательной победе Красной Армии, гордые своим участием в этой великой битве с фашизмом. Им предстояли новые походы и новые бои, новые, казалось, бесконечные километры мужества. Мы не торопились.